В Набережных Челнах подтвержден 17-й случай смерти от COVID-19. Погибшему челнинцу было 69 лет. Кроме этого, за сутки зафиксировано 7 новых случаев коронавируса. Теперь общее количество заболевших в Автограде превышает 730. В республике официально поставлено 39 диагнозов за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился более чем у 4600 татарстанцев. По России число заболевших за сутки более 6700. Общее число зараженных превысило 667 тысяч человек.